Привет! Сегодня к вам с рецептом куличей с начинкой. Вы можете использовать любое свое любимое тесто. Я предлагаю полюбившийся за последние мне 2 года яичный кулич. Полюбила его за то, что он не черствеет до 6 дней, и тесто готовится очень просто. Замешивается и убирается в холодильник, а там стоит и ждет своего часа до 3-4 дней. И покажу глазурь из маршмеллоу, которая готовится буквально за 3 минуты. Итак, начинаем. Начнем с теста. В миску наливаем молоко 50 мл, добавляем сахар 1 столовую ложку и добавляем сырые дрожжи 20 грамм. Что касается дрожжей, я даю предпочтение именно сырым дрожжам для выпечки куличей, так как с сухими тесто будет гораздо хуже подходить, а готовые куличи намного быстрее зачерствеют. Оставляем на минут 10-15, чтобы убедиться, что дрожжи рабочие. Как дрожжи подойдут, должна образоваться пенная шапочка. Разбиваем 5 яиц, добавляем 200 грамм сахара, половину чайной ложки соли, ванилин. На данном этапе можно добавить цедру лимона или апельсина. Если хотите, чтобы готовые куличи были желтые внутри, добавьте куркуму. Добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. Лучше всего воспользоваться тестомесом или можно воспользоваться миксером с насадкой крюк для замеса теста, так как залог удачного кулича – тщательно вымешанное тесто. Я использую планетарный миксер StarWind. У него 3 насадки в комплекте – венчик, лопатка и крюк, что обеспечивает возможность качественного смешивания и взбивания смеси различной густоты. Есть защита от перегрева, мощность 1600 Вт. Запаса мощности достаточно даже при перемешивании вязкой массы, при этом не создается недопустимой нагрузки на электросеть. Перемешиваем до однородности 5-7 минут и теперь постепенно добавляем сливочное масло прямо из холодильника 200 грамм. Постепенно, как только масло вмешается в тесто, добавляем следующую порцию. По времени занимает минут 10. Как масло будет все вмешано, замешиваем тесто еще минут 5. Готовое тесто не должно стекать с крюка, а сползать. Так выглядит вымешанное тесто. Лопаткой его можно собрать в один комок. Оно не должно растекаться, значит все правильно. Закрываем пищевой пленкой и убираем тесто для подъема на 2 часа в теплое место. Прошло 2 часа, тесто хорошо поднялось. Теперь его нужно хорошо обмять. Тесто прикрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник не меньше, чем на 7 часов. Можно оставить там тесто на ночь или даже на 2-3 дня. Приготовим начинку для кулича. Грецкие орехи измельчаем скалкой. Изюм промываем и обсушиваем. Берем кастрюлю, вливаем молоко, доводим до кипения. Теперь добавляем сахар, изюм промытый и обсушенный, грецкие орехи. Варим, помешивая, пока влага не испарится. Занимает минуты 3-4 по времени. Получается вот такая густая начинка. Даем ей полностью остыть. Тесто вынимаем из холодильника и обминаем, перекладываем его на стол. Вот так выглядит тесто после 2 дней нахождения в холодильнике. На данном этапе можно добавлять наполнитель, изюм, цукаты, орехи. Я делаю сегодня с начинкой, поэтому ничего не добавляю. Тесто обминаю и делю на части. Берем форму для куличей, наполняем тестом примерно на 1/4 части формы. Из данного количества теста у меня получается 3 кулича разного размера. Размеры оставлю в описании под видео. Теперь вынимаем тесто из формы и делим его на 2 части. Раскатываем круг, кладем на середину начинку и защипываем края. Отставляем в сторонку, берем 2-ю часть. Раскатываем, кладем начинку, защипываем края. Получилось такие 2 заготовки. Теперь их между собой соединяем. И кладем обратно в форму. Все то же самое проделаем с остальными куличами. Закрываем пленкой, убираем тесто для подъема в теплое место. Я обычно ставлю в духовку и устанавливаю 40-50 градусов. Как тесто поднимется, мне потребовалось примерно 2 часа. Ставим в духовку и выпекаем.
Нагрев вверх и вниз при температуре 180 градусов 25-40 минут в зависимости от размера куличей. Как кулич зарумянится, сверху прикрываем фольгой, а на низ ставим противень с водой небольшой. Так кулич не подгорит снизу и сверху, а пропечется в середине. Ну или ориентируйтесь по своей духовке, я так приспособилась к своей. Готовые куличи извлекаем из формы и даем остыть. Как остынут, можно смазывать вашей любимой глазурью. Я предлагаю приготовить глазурь для кулича из маршмеллоу. В миску кладем 100 грамм маршмеллоу, добавляем 1 столовую ложку воды и ставим микроволновую печь на секунд 20. Достаем, перемешиваем и ставим еще на секунд 20. И так, пока не растопится. Теперь, когда масса растопилась, добавляем сахарную пудру 2-3 столовые ложки и перемешиваем. Сразу поливаем глазурью куличи и украшаем. Если вдруг глазурь быстро загустела и вы не успели смазать куличи, просто поставьте еще в микроволновку и немного подтопите. Если сделать из цветного маршмеллоу, то получится цветная глазурь. Теперь немного глазури. Глазурь глянцевая, застывает примерно часа 2. Когда она застывает, то получается как зефирка. При нажимании на нее пружинит. При нарезании слегка липнет к ножу, но не критично. Учтите это. Рекомендую такую глазурь, когда готовите куличей немного. Вот так выглядит кулич в разрезе. Начинка его делает еще вкуснее. Съедаешь кусочек за кусочком и не замечаешь как. Рекомендую приготовить. Не забудьте оставить улыбающийся смайлик под видео, если вам понравился рецепт. И, конечно же, жду с нетерпением ваши фотоотчеты. Прислать их можно мне в мой телеграм-канал. Если еще не подписаны на мой телеграм, обязательно подпишитесь, чтобы быть в курсе о всех моих новых видео. А я вам желаю приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!